Добрый вечер, друзья. Мы начинаем нашу трансляцию. Мы снова вместе. Вот, я сегодня несколько интересных тем. Стараюсь быть максимально полезен. Для слабовидящих на всякий случай продиктую. Если зацепишь ковид, это привет от Латинкова. Дыши над содовым раствором. Столовая ложка на литр воды. Доведи до кипения, дыши над паром 15 минут, 3 раза в день, 2 дня. Второй способ. Накопай хрена, смели его на мясорубке. 100 грамм хрена залей чистой водой, по 3 столовые ложки, 4 раза в день, очень эффективен. Так, значит, теперь рецепт о пчеловоде Кате Кузнецовой. На всякий случай напоминаю, та самая Катя, которая ведет мой... этот самый, как он называется, а сайт, и та самая Катя, которая вырастила из косточек культурных абрикосов прекрасные деревья, причем наикультурнейших абрикосов. Вот за что я очень благодарен. И вот она, в свою очередь, решила меня отблагодарить тем, что прислала мне со своей пасеки мед и экстракт огневки. Так, на все я это из благодарности показываю, как выглядит этот экстракт. Вот так он выглядит. Вот. Вдруг кому-то пригодится. По ее словам, этим экстрактом переболела вся семья, все 10 человек, плюс соседи, и все в легкой форме. Вот. И она мне ничего не просила, еще поворчала, где я наберусь этой огнёвки. Я сказал, все равно... расскажу нашим друзьям, что экстракт огневки помогает от коронавируса. И еще на всякий случай, вот ее электронный адрес. Вот. Ну, кому надо еще какие-то данные, ну какие? Ну, телефон, ну, позвоните мне, продиктую. Так, теперь, вот это наше спасение от коронавируса, мое и Тимошина. Бедный ребенок. Вот. Потому что у него минимальная тренировка. Это полный круг дать один. Это полновато, тяжеловато. И эти массажеры, ой, как их забыл, тренажеры. Вот. Ну и заодно видите, как город спасается от коронавируса. Я считал и продолжаю считать. Прочь из дома, прочь от изоляции. Вот эта дама, редчайший случай, что мы встретили живого человека на спортивной площадке, это редчайший случай. Я помню, я показывал совсем голову, без единого человека, посреди дня и в тепле. Так вот, кому она передаст коронавирус или от кого она заразится, объясните мне, пожалуйста. Я придерживаюсь того же взгляда. Весь мир сошел с ума. Я уже придумал теорию заговора, иначе объяснить это не могу. Вот. Сергей Валерьевич Железов. Несостоявшаяся звезда садоводческая. Вот. Диплом, агроном. И сколько раз говорил, лучший питомник от России. Вот. Занимается этим с 14 лет. Естественно, куда же он делся бы от меня, от папы. Вот. И теперь он хозяин и одновременно торговец, продает, торговать некому. Это магазин деревни Красный Хутор. Задумается о втором магазине, это конец. Конец садоводу, конец нашему саду. Сад стареет, надо обновлять, чтобы меня не сравнивали с моим же другом Чернобаем, чтобы мои 30-летние деревья не сравнивали с его 5-8-летними. Вот, видите, как бывает, как быстро летит время. Вот, и я не мог его, это я уже с лета уговорил, я тебе смотрю, пусть народ знает, куда мы таланты закапываем. Он же не виноват, что это, что грабительская ипотека. Вот, он не виноват, что приходится не жить, а выживать. Вот. А у людей нет денег эти саженцы купить. И получается, что стеснялся страшно, невероятно. Я его сразил двумя аргументами. Это я специально говорю, потому что, знаете как, не хочется уж совсем, чтобы это была грустная передача. Наоборот,
И вдруг я говорю наоборот. Сережа, во-первых, твой папочка, когда сожгли сад в 2015 году, пошел, устроился и несколько лет работал в двух детских садиках на полставки. Я стеснялся, я бывший ведущий инженер, я стеснялся. Я уже на тот момент был знаменитым садоводом. Это сейчас вот помаленечку ухожу в тень, потому что никому не нужно садоводство. Те лучшие годы прошли, когда был действительно знаменит. И телевидение это пороги оббивало. А сейчас все по-другому. Я ему говорю, я, Железов старший, вот, который это самое, чего-то добился в этой жизни, горжусь тем, что был тот период, что не сломался. Гордись и ты, что ты сейчас за прилавком, вот, и продаешь мне соду, чтобы делать то самое, эти, как они называются, ингаляции, которые посоветовал Тинков. А сам все равно не убедил. Тогда я сказал, Сережа, самая знаменитая американская пословица или поговорка. У каждого настоящего американского миллионера в шкафу в дальнем самом углу лежит что? Лежит ящичек с ваксой и щеткой сапожной. Вот, поэтому хватит стесняться. Вот, снимай намордник, пусть страна знает своих героев. Вот так вот. Вот эта длинная речь, почему? Что делать? Время такое. Переживем. А вдруг? Вот, не всегда же будет так плохо.